Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу показать вам часть своих декоративно-лиственных бегоний, размноженных срезами листа, которые уже подрастают, и их можно уже и показать. И стоят у меня еще, видите, у меня как кот носится опять, как бешеный, начинает играть. Когда я снимаю видео, это уже как должно быть. Ну вот тут у меня в этом контейнере бегония тигровая, бегония сорт фрукта и сорт, я не знаю какой сорт, покупала первый раз, две бегонии покупала, уже большие, у меня есть видео, мои новиночки бегонии, и вот стоит еще у меня здесь сбоку пеларгония. Ну, тут все срезы дали корни, дали росточки. И, в общем, растут неплохо. Так, сажала я это совсем недавно, где-то, наверное, месяца полтора назад размножала. Быстро дали корни, быстро дали росточки. Затем, вот сорт, к сожалению, я забыла и не подписала. Тут бегонии одного сорта все и с одного листочка. Получилось много, листочек был большой, и получилось много срезов. И тоже почти все срезы укоренились и дали росточки. Так, вот и так, дальше. Тут у меня такой контейнер маленький и несколько сортов тоже. Укореняла, наверное, месяца два назад. Ну, подросли быстро. Стоят бегонии все под подсветкой. И что я заметила, что под подсветкой они быстрее дают корни. Ну, это понятно. Быстрее дают корни, быстрее дают росточки. Сорт это у меня Merry Christmas. Merry Christmas. Тут несколько срезов укореняла. И не все дали корни, но вот два или три среза дали корни. И сорт, к сожалению, тоже вот забыла название. Но подрастет бегония, уже можно будет определить, какой же это сорт. Так, дальше. Дальше тоже такой же контейнер. Несколько сортов здесь. Уже можно определить. Это сорт Mary Hayes, сорт фрукта и сорт ночная птица. Тут три сорта. Сколько бегоний, сколько укореняшек я не считала пока. Буду пересаживать, и потом будет тоже понятно, сколько же здесь у меня будет уже деток бегонии. Дальше укореняшки у меня в стаканчике. В стаканчике. Это сорт Catalina Sunrise. Я уже пересадила вот в такой 200-граммовый стаканчик, но я думаю, надо было все-таки стаканчик взять поменьше. Сегодня все эти бегонии буду поливать, поэтому я их собрала здесь. Всех собрала здесь. Сорт фрукта. Ну вот эти бегонии Catalina Sunrise размножала, наверное, месяца два назад. Два или три даже. Вот точно не помню, не подписано. Теперь уже хочу взять, начать уже все подписывать, когда укореняла, когда, где какой сорт, а то так у меня будет путаница. Сорт Color Vision. Это у меня вот с листочка растет бегония. Сорт уже пересадила, вот такой маленький горшочек, наверное, 200-граммовый.
Это женское оружие. Женское оружие хорошо растет. Надо сегодня все мои бегуни полить. Неизвестный сорт, но очень красивый. Очень красивый. Крупные листочки будут. Цветные крупные листочки, красивые. Так, арбузик. Теперь у меня тут арбузики. Извиняюсь. Так, вот эти два стаканчика я укореняла срезами. Срезами листа. Тоже, наверное, месяца три назад. Пересадила в 200-граммовый стаканчик. Ну, вроде как сейчас растет, но уже не так заметно они растут. Зато вот этот арбузик укореняла я листочком. Видите, листочек. И листочек дал детку сверху. Сверху детка растет. И эта бегония стоит под естественным освещением, уже не в контейнере, не в тепличке. И свет у нее отличается. Намного ярче, красивее цвет у этого арбузика. А у этих вот немножко бледнее, которые стоят под подсветкой. Дальше вот эта черная бегония. Очень хорошо укореняется. Здесь у меня тоже срез вроде. Еще я укореняла такую же бегонию листочком. Тоже хорошо укореняется. Замечательно укореняется. Одна из таких бегоний, которая никогда даже не гниет, а всегда дает росточки и укореняется хорошо. Color Vision. Бегония опять-таки с листочка вот с этого. Вот такую деточку дала. Дальше вот тоже срезами листа укореняла свою бегонию. Покупала, ну я уже повторяюсь, покупала две бегонии крупные. Рассадила я их, разделила осенью в прошлом году в ноябре. И в основном все, что я рассадила, все деленки погибли. И вот пришлось мне укоренить срезами, и, кстати, хорошо все получилось. Женское оружие тоже укоренило листочек. Вот листочек старый, и вот такую уже большую детку бегония дала. Но вот тут, слава богу, я подписала. И вот мне уже надо посадить стаканчик побольше, пересадить, потому что корни уже, корней много уже. И просто хочу показать вам сорт, который я получала последний раз. Raspberry Torte, вроде бы так называется. Очень долго она у меня стояла в стаканчике. Долго она у меня адаптировалась. И наконец-то она пошла в рост. И я решила пересадить в стаканчик, в горшочек побольше. Красивая бегония будет. Смотрите, какой листочек резной, красивый. Так вроде растет она. Ну вот, на сегодня у меня будет все с укореняшками. Я надеюсь, что не потеряла я свои бегони, которые получала еще в апреле месяце, потому что у меня еще есть контейнера с укореняшками, но они маленькие. А, вот еще не показала, Это у меня бегония «Лесная сказка». Срезами листа. Бегония «Женское оружие» опять. «Женское оружие». И «Лесная сказка». И вот сорт, к сожалению, я уже сказала, не помню. Ну, эти уже надо пересаживать. Смотрите, сколько корней. В ближайшее время я, в ближайшие дни буду пересаживать. Красивый сорт. Это был у меня подарок от Натальи Плотниковой «Лесная сказка». Уже взрослые растения давно у меня нет, уже купили меня.
Детки растут. Ну, теперь уже будет все. Вот такая вот красота разноцветная у меня растет. Всем самого хорошего, доброго. До свидания. До следующих видео.